Введение ограничительных мер имеет большое значение для борьбы с распространением коронавируса. Одно из самых важных правил – соблюдение так называемой социальной дистанции, а именно 1,5 метра. Исключение делается лишь в случае поездок на такси. Сейчас продолжают оказывать услуги населению продовольственные магазины, аптеки, банки. С владельцами и арендаторами помещений проведена масштабная информационная работа. Знаки социальной дистанции есть во всех открытых для посещения общественных местах. Постарайтесь их придерживаться.